Войд, А. какой там вар у нас ливал? Вадлак? Да. Роми? Смотри. Чё? Он нас били. Ну я знаю. Я и поэтому удивился. Так, ладно, потом поговорим. А где он? Ну чё я... Да ладно, это фигня. Так, я не знаю, никто не хочет, я так думаю. А чё вы хотите? Да не, я имею в виду на замену на одного босса, на этого. Ладно, так убьем, ничего. Далее, еще раз чек на АФК, тактику объясню. Да, значит не нужно. Лимон тут? Я же нашел. Ладно, раздаем. Давайте, я ДД? Да, ты в ДД. Здесь один танк. Алиса, агри левых, потом правых. Сначала левых забьем, потом правых. Давай. Почему ужин от меня не скоро? Чего? Почему ужин такая бомба? Ну не знаю. Агро. Посмотрим, что у нас посередине готовится. Вот давай, есть давай. Ставка на меткость. Че, тебе меткости не хватает? Угу. Сколько? Сколько тебе меткости? 6.63, короче, один. А, в и... количестве? А, с цифрами все. Агри 174. Блядь, дохуя. Ну да, лучше больше. Лучше откачиться, будет 60. Больше процентов. 1.4%. Бля, это плохо. Поделать. Нет шмота. Воятель забери. Да, либо колба, либо апокалы, и все. Проблем нет. Либо воятель. Ну, пока сокетами добери. Зачем сокет, воятель лучше? Зачем воятель, если можно забрать с гужулом пушку, дробяшку? Ну, когда ПВ этот заберет шмотку, тогда можно будет сменить. Видишь, сколько у меня сейчас метки? Это посмотри мое. Ну, я тебе о чем говорю. Так, ладно. По тактике, соответственно, те пришли, еще раз проверю на АФК. Войд, мастерал знает. Так, соответственно, у босса 5 фаз. Соответственно, каждая фаза это 20%. Первая фаза, босс спускается, ставится в луну. Соответственно, Алиса, главное, не стой на ступеньках, иначе будет мимо. Луну я убираю. Соответственно, показать вам, где он ставится. Дальше. Босс будет кастовать вихрь. Соответственно, милишники, вам надо будет отбегать. Далее, босс будет кидать дротик рандомного человека в рейде. Соответственно, это для милишников. Если вы не отбежите, вас может прилететь дротик, это шот. Соответственно, дротик, он кидается, наносит, во-первых, урон, во-вторых, периодический урон, пока, ну, наносит периодический урон, жесткий, пока вас не прохилит до фула. По первой фазе это все, главное отбежать и хилы, чтобы прохилили этот, от дротика. Далее, доводим до 80%, соответственно, начинается вторая фаза, он превращается в медведя. Алиса, ты уводишь его в крест. Соответственно, все становятся под жопу. Мульти. Будет... Это вторая фаза, это для тебя. Соответственно, на ней хилы регенят, если чё, ману. Будет босс на второй фазе, когда он в сущности медведя, будет кастовать ползучий паралич. Ползучий паралич, соответственно, кастует он на всех сразу же. Тебе надо масс диспельнуть сразу с него. По истечению, если не диспелишь, по истечению 6 секунд человек становится, ну, соответственно, в паралич на 3 секунды. Он не диспелится, то есть когда уже встал.
То есть это минус хил, минус ДПС. Под параличом очень жестко пробивает танк. А с диспелом это легко сделать. И диспелить. Соответственно, по второй фазе это также все. Далее. 63-я фаза. На третьей фазе вот это жестко. Соответственно. Доводим до 61%. Ребят. Все, кроме мульти с турбойсом, вы убегаете вот сюда. Один хил также остается здесь. В печенье. Остальные милишники, остальные, кроме танка, соответственно, назначенных двух РДДшеров, одного хила, какой-нибудь, ну, может, шейп, можешь остаться, или мосса, ты, мне без разницы. Соответственно, остальные бегут в квадрат. То эти вот так вот поджались все в квадратик. Так вот в уголок. РДДшники доводят босса до третьей фазы, соответственно, также бегут в уголок. Босс портуется на третьей фазе в центр. Он не бьет. Будет от креста, пойдут 4 вихря. Соответственно, Алиса, ты уже должна идти по перепутью. Смотри за мной. То есть пошли вихри. Ты нажимаешь, ты сначала под фрост-стойкой, соответственно, идешь вот сюда. Вот так вот. Вихри вот здесь вот. Когда ты доходишь до сюда, ты уже ты здесь прожимаешь, где-то вот тут вот, прожимаешь прожимку. АОЕшную. Соответственно, и побежаешь на бежишь на этот, как на круг. В этот момент об нас ударяются вихри, соответственно, за счет твоей прожимки мы выживем. Все 4 вихря должны уйти за тобой. Соответственно, ребята, на как перевели на третью фазу, всех пэтов от босса отзываете сюда, в квадрат. Соответственно, тотемы также убирай. Тотемы поставишь только тогда, когда все 4 вихря будут на Алисе. Соответственно, ты начинаешь бегать. Вот так вот по кругу. Будем учиться. То есть, не вот так вот, как я сейчас бегу, потому что я сейчас босса сагрю. То есть, вот здесь вот бежишь. И вот так вот побежала по дальнему. Ничего сложного. Соответственно, остальные по команде... Да, я скажу, если, когда будет зацепиться все 4 вихря на танка, соответственно, по команде вы забегаете все под босса в лоу-фрейм. И стоите здесь, дуплите просто. Соответственно, это дэшеры. На третьей фазе вы особо не вливаетесь. Почему? Соответственно, каждый магический произнесенный каст на третьей фазе наносит тому, кто прокастовал, 5к единиц урона. От 4 где-то до 5. То есть, соответственно, если вы будете кастовать каждый спелл, кастовать, даже дотка и тому подобное, вас каждый раз будет дамажить по 5к единиц урона. Третья фаза – это фаза для милишников. То есть, не напрягайте особо хилов. Навешали дота чуть-чуть, обновили, стоите, ждете, пока вас прохилили. Ауру как выдать? Ауру – сосредоточение. Ты под сосредоточение. Я сначала прото дам, потом огненно. Далее. Соответственно, доливаем, если все правильно сделаем, доливаем до 40%, начинается четвертая фаза. Будет рысь. И Алиса, да, когда словишь 4 вихря, нажимай анхоликовскую стойку и бегаешь. Когда будет 1%, соответственно, нажимаешь фрост стойку, забираешь босс. Четвертая фаза это рысь. Соответственно, все также становятся под жопу босса. Тотемы постоянно обновляем. Лу. И так, не Лу. Соответственно, если пэт твой умрет, ты его как быстренько воскрешай. Потому что рысь будет, во-первых, прыгать по на рандомных людей. Чем больше. То есть он прыгает и на тотемы, прыгает на пэтов, прыгает на бомжей. Первых бомжей отдаст Винар. Вторых, Лу, ты по команде отдашь. Соответственно, когда он прыгает на человека, он. Вешает дебаф кровотечения, который жесткий жестко дамажит. Он может повесить на 8 человек этот вообще баф. Ребят, не напрягаем хилов, потому что жестко продамаживает на 4 фазе. И да, Алиса, если босс берет цель, он будет кастовать на 4 фазе, сейчас скажу. Если только на человека. Яростные когти. То увеличение физического дамага. Он вешает дебаф.
на 2к или на 3к единиц урона. Если на какого-то человека, то есть из рейда, вешается, ты переагриваешь босса. Если вешается на бомжа какого-нибудь, ты его не трогаешь. Остальные бьют просто босс. Чтоб лишнего тоже дамага не получать. Соответственно, далее. Доводим до 20%, начинается веселье. Пятая фаза. Он превращается в дракондора. В пятой фазе, соответственно, ребята, РДД, хилы, вы набираете рейндж, милиш, бьете под боссом, босса будет водить по часовой стрелке. То есть сначала мы будем стоять, водить. Я вам сейчас расскажу, что на пятой фазе будет делать, и скажу, почему будет водиться. Как и что. Далее. Босс будет кастовать огненное дыхание. Огненное дыхание будет кастоваться на танков, соответственно, перед лицом босса. Перед лицом босса никто не стоит. Если вы видите РДД, хилы, что... уже ведется босс на вот эту траекторию, вы стоите перед лицом, вы с лица убегаете. Далее. Босс будет кастовать пламенный вихрь. Пламенный вихрь — это ОЕ, у него каст, соответственно, он крутится вокруг себя и дамажит огнем по всем, навешивая стак, соответственно, продамаживая полностью рейд. Это должно прохиливаться. Стак, он навешивает, соответственно, дебаф на увеличение магии от огня. Далее самый веселый каст — это столб огня. Такой тоненький лучик с потолка будет в землю ударять. С него надо выбежать за секунду. У вас будет секунда. Буду произносить ник для ДДРДД. Соответственно, он будет выбирать на секунду человека, на которого повесит, кинет, точнее, столб огня. Он может кинуть и на танка, и на ДД, и на РДД, и на хилов. Один будет столб огня. То есть от столба сразу же отбегаем примерно в рейнже 5 метров. Потому что он вокруг себя еще уешит на 4-5 метров. То есть отбегите 5-6 метров, отбежали, все нормально. Примерно как-то от трусов, как я вот так вот отбежал. Вот так вот будет примерно нормальное расстояние. Соответственно, ребят... Алис, будешь водить по часовой, соответственно, будет кидаться, если кинется, ребят, для милишников, кидается на ДДшера, на любого, на танка, соответственно, вы отбегаете от босса, танк, то есть отбежали, танк провел его, вы подбегаете, начинаете только тогда бить. Надеюсь, понятно. По тактике это все, соответственно, босса надо будет бить под сопротами на пятой фазе. Если вы успеете прожать на четвертой фазе, вспомните прожать, то бьете сначала под ДД фласками, потом пропиваете сопрот. Если не успеете, бьете, значит, под сопротом полностью бой босс. По тактике вроде все. Сопроты получаем, здесь демен. То, что не понял, спрашиваем. Так, вы можете посмотреть на канале Вайда, Мастерала. Мастер, у тебя есть? Нет? Нет. Ну, значит, на канале Вайда вы убите Луджи. Надо поставить такой запись. Такс. Давай, Лис, только не облажайся. Не хочу танчить. Еще команд на... Учись. Всем сопроты, все сопроты получили. В пятой фазе их включать, да? Да, 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 сопроты на пятой фазе пропиваете. Так. Сопроты все получили, надеюсь. Чек на готовность. Только дайте отчет на время. Ой, есть либо. А, я жрал. Или нет, я не жрал. Так, трусы я уберу, там будет фрейм. Соответственно, останется 3 метки. Еще раз чек. Так, все готовы. Отчет на пол. И да, не начинайте, милишники, бить, пока этот. Угу, все. Отлично, бьем.
или мон следи, брат? Первый раз. Тротик на фул, да, захиливается? Да. Да, каждая перефаза у босса спадает агро. Забыл сказать. Алиса, забирай сразу. Прохил мид боя. Про диспел, маст диспел. Отлично. Что, по диспелу? Пару раз диспель. Следи за этим. Отбежали. Стали на изготовочку. Мульти, 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 бей. Бей в печеньки. Все, побежали в угол. Квадрат, быстрее. Кто ловит? Я вроде словил, блин. Аккуратно. Пэтов убрали, надеюсь. Легли. Лу, я же сказал, Пэта, убери от босса на этой фазе. Лимон, дай по кому-то диван. Войд масс лес. Да. Турбо поставь мамонта, пожалуйста. Вам в джифса поставил справа. Перед третьей фазой, соответственно, когда мы отбегаем в квадрат, всех пэтов тотема убираем. Что ветерки могут пойти на них. Ой, лови ты первые ветерки, если что, я потом постраховаю. Да, забыл. Будет словишь первый. Если, конечно, не будешь умирать, там по ситуации посмотрим. Почему там? Чек на каска. Готовность. Мульти, ты, кстати, этот... Чё сдох? Прохиливался? От ветерка? Ну, смотри. Да что-то меня вообще за секунду там шотнуло. Смотри, когда убегают, да, ну, все остальные, вы с турбой отбегаете вот сюда на максимальный фрейм. Соответственно, когда будет у босса 61%.
Вы доводите, разворачиваетесь, бежите бегом в квадрат, не кастуя ничего. Бегаете. Я знаю, я был тут, я знаю. Все отлично. Чек на готовность. Лис, что не хватает? Не случайно. Турбо готов. Так, соответственно, все готовы, отчет на пол. Лимон, главное не начинай, пока не спустят босс. Может печать забагаться. Мимо. Мимо! Все нормально. Блять, легли. Это тоже мимо было? Всех мимо было. Ты обнаружил как. Ай-яй-яй-яй-яй. Рез. То не ленивая жопа может добить. Почему Злоджин непобедимый? Думаемся. После фазы с ветерком идет кошка. Да. Рыбу поставил, кушаем. Тёма, слышишь, а когда вихри будут по той стороне идти, мы уж можем кастить, они не будут нас бить? Да, смотри. Вихри, они без разницы, где они находятся, они все равно достают. Каждый каст 5к единиц урона. Понял. То есть особо дали каст, подождали секунды 3, дали каст. Или лучше вообще не кастуйте. Вы нагоните свой ДПС на 4-й, на 5-й фазе. Да, ну мы до берсы успеем? Конечно. По 2 минуты на 20%, все нормально. Чек на готовность. Ну, по чуть-чуть кастуйте, особо хилов не напрягайте. Не забывайте, что по хилам тоже как идет урон за то, что они хилят. Отчет на пол. Каску дайте? А, есть. Угу, нормально. Аккуратно, ребят. Шейп, отойди чуть-чуть. Угу. Быстрину шейп не тратить, потому что на оперативно захиливать. Мультипрохиливать.
Лимон, ты бьешь жагой на ману? Да. Че, на хп надо? Не, я на хп пофигарю, нормально. Один процент. Отлично. Блять. Иди. Спел. Мультинислаг. Под жопу подожмите. Чтоб диспел проходил. Вы особо не захиливайте, региньте ману. Тут хилять надо только танк. Говори, если ты не послушал. Окей. Лапа. Мос. Мосса, лапу дай. Спел. Диспель, диспель, диспель. Я, если что, помогу. Скоро фаза. 62-61. Отошли. Отошли, ребят. Доводите РДД. Все остальные в квадрат. Вам никуда не спрятаться. Прожимку. Пэта отправил? Пэта умер уже давно. Куда Алиса побежала, я так и не понял. Так, ладно, ложимся. Лиса, давай РДД. Почему мы умираем? Вихри. Я вижу, что вихри. Они не станут ничего. Только дамажат. Откидывают и дамажат, да. Я застанил, потому что долго... Переводили и этот, как его, продиспелить надо было. Ничего, вот этот стан... А, стан не сдиспелили, да? Угу. Смотрите, давайте как сыграем. Сейчас отойдем все в это на 62% сосок. Как только кинется, ну, прокло, диспелим их кучу и уходим в квадрат. Так получится? Да, там это рандомно было. Столько нет ДПС, нам будет стоить жизни, блин. Топа нет, будет стоить жизнь. На ходу, потому что 20% на 2 минуты берсы. Да. Где у босса 10 минут. Третью фазу мы нагнать можем герой. Соответственно, тем и ДПСом на первых двух фазах свои. Соответственно, сейчас у нас, ну, примерно где-то 74к общий. Сейчас он пойдет, сейчас будет впритык. Я пока 68 конечно. 69. Ну да, там почти. Так, когда умирали уже. Так, с тебя... Смотри, Лимон, на первой фазе с тебя прота, сосредоточение отдавай мне, Алиса в ДД. Потом, после первой фазы сразу же на огонь ставь.
Дальше. С тебя кулачки МП5, с меня каски. Че, лимон тончить будет? Я буду тончить. Чек на готовность. Блять, сейчас пиздец. Турбо готов. Эй, стоп, я рыбу не пожрал, что? Угу. Как реснешь, плюс в чат. Отлично. Отчет на пол. Я пока не могу использовать эту способность. У нас есть что-то отнять. Алло, ну не врывайтесь сразу-то, блять. Я ж паладином танчу-то. Бьем. А вот тут я не врывал. Не забываем отбегать. Моса, Бейр. Рахили, Бейр. Все, ложимся. Да не, надо ей танчить. Магро не улетит никогда. Там маг-то, конечно, миллион ДПС. Ну ты смотри, как копия заканчивается, сразу инвиз жми. Ладно, я забыл, что паладин там ничто. Даже не буду снимать бурс. Рез. Почему надо, чтобы ДК танчил? Потому что мы теряем и когти, и плюс 10% капу, да? 3% крита, нормально. 3% крита он дает лимон. А, у нас ред плюс. Так. Джиф стоит, не стоит, сука. Так. Чё-нибудь думаю. Так. Да, я на большой защите не могу терять. Так, рыбу ставил? Не ставил. Рыбу. Сколько там рыбы еще осталось? Нормально, 19 штук.
Мостик на готовность. Чё-то на пол. У нас вечно хотят что-то отнять. Теперь мы турбо прожимаем вниз. Угу. Все, огонь, да. Диспелом не забывай. Только появился дебаф, сразу кастуешь диспел. И подожмитесь по боссу. Ты диспела. Турба, аккуратно. Бей. Ты дымыч, дай на турбо солю. Мульта уходит в тень, юзай пока, да. Два. Бежали. Mass dispel, готовься. Mass dispel. Mass dispel. Ага, отлично. Доводите. РДД, доводите. Быстрее. Поэтов от босса. Тотем убирай. Доводите быстрее. Ага. Хорошо. Побежали. Бегом. Прохил. Блять, да хуя умерло. Ну вот примерно вот так вот должно быть. А почему мы так дохнем? Я... Блять, почему-то... Чё мы вдохнем? Потому что один вихрь зашел именно в рейд. То есть его до этого кто-то уже... И все, вот сейчас должны забегать и бить босс. Ну так, ну, может быть, прожимку давать? На эту хуйню. Я прожимку даю. Ну так... да. Нету ДКшную. Или вместе две прожимки. Ну какие? ДКшная прожимка идет от 4 Т4. Умираем. Да.
примерно так. На массу диван кинул. Кастуем. Умираем от вихрей. Ну а как? Мы так дохнуть будем постоянно. А ты, короче, слишком близко выходишь. Войд, кстати. Чуть-чуть, на шаг вперед, да, Эндал, чуть-чуть. Не надо далеко отходить, выходить чисто этим. Потому что, видишь, один прошел и сквозь тебя и ушел прям в рейд. Да я ебу, блять, как он там сквозь меня проходит. Ну я тебе говорю, это рандомно. Алиса, видела, как я сделал? Нет. Блять. Да она слепая, что ты рассказываешь. Когда встаешь в квадрат, там из-за других людей нихуя не видно. Так надо... Можно было... поднять так, чтобы было видно. Я что-то так делаю. Камеру в сверху делаю и смотри, как я делаю. Надо именно сверху, надо сбоку держать. Ну или сбоку. Вот так вот повернулась. И камеру разворачиваю, чтобы видеть угол. Ну, стой, стой тут. Стой на месте. Угол развернула. Чтобы видеть квадратик. Я ну, смотри, не могу так. Но у меня единственный вариант, чтобы вот, смотри, вот сейчас вихрь, да, блядь. Надо сделать так, чтобы рейд, который прибежал в квадрат, был захотан друидом, всей хотами, хуйней, блядь, щитки, там, каждый на себя дубовую кожу, всю эту хуйню прожал, мыши в этом, допустим. Да, тогда мы не будем дохнуть, а мы дохнем, блядь, потому что хила нет нихуя, и прожимка я когда... помогает. Я когда последний раз был на излучении, я был с гильдией портовая плюха. Там были люди, ну, максимальный итем левел на тот момент был, наверное, 256-й, что-то такое. Мы не убили два раза, оставили там 170 и 200к ему исключительно из-за ТПС. На вихрях вообще никаких проблем у нас не было. Мы стояли по всей платформе. По почти. Всей платформе я знаю. Почти тактика. По всей платформе мы стояли. Мы стояли вот... Короче, не нужна, понял. Это боль, потеря. Потеря очень много. Вот так вот мы убивали же. Посмотрите, Мую, все нормально убивалось. То, что стояли, там уклонялись от вихрей, и танк бегал, собирал там, пока никто не трогает босса, или старается добежать, пока на них вихрей нету, и танк бегает по кругу, собирает. Это полная хрень. Я также убивал первый раз. Я сказал, там вообще, по-моему, не собирал. Вот это. Я сказал, из-за чего мы падаем. Надо заходить. Ой, это вот сюда именно выходя, не сюда. Ход висели. Вот сюда. Ну все. Смотри, встань. Где-то вот сюда максимум, походу. Встань сюда. Смотри, надо выйти вот так вот примерно. Далеко понятно. Не надо. Ну, вы, если вы, короче... все подожмутся, вот так вот. Ну, чуть-чуть вышел. Не надо вот сюда выходить, потому что тебя откидывает там, их и могут уйти. Чуть-чуть надо выйти. Ну и все, ну и пускай вы тогда вжимаетесь, но все равно заходите получше, как любыми ростом каст. Да. Бафы раздаем, рыбу едим. Присту буф. Чек на готовность. Мимики по ДПС очень просили, да? Ну ты этот, как его, шейп, у тебя моменталка включена, вкачана. Моментальный каст. Тут природная такой... стремительность. Чё, плохо, то плохо. Да ладно. Друид затащит. Чек на готовность. Мультищиток повешен. Все готовы, отчет на пул. На мага там на щиток дать на себя. Хочется урваться аж после вихря, бля. Турбо не забудь инвиз. Бей, бей, бей. Не забудь, инвиз есть. Юзай. Плохо. Нормально. У тебя по КД уход в тень. Не забывай.
Бьем, бьем, бьем. А, далеко ушел. Не отходи далеко. Если ты жив. Подыми его, Мос, если есть БР. Дали баф. Все бафы есть на тебе, Турбо. Да. На 61 надо отбегать, ребят. Готовься диспарить. Только вжимайтесь в самый конец. Диспарь всех. Диспарь. Вихри. Мультя, мультя. Тотемы, блядь. Шейп, ну чё за хуйня, а? Там не тотем, он за мной пошел. А ты чё, какого хрена здесь делаешь? А я отбивал весь последний выход, ну. Похуй, я побегаю. Ты делаешь? Легли. Нахуй не никто не выбегаете, отстаете в углу и, блядь, прожимаете свои прожимки. Нахуй, заебало, блядь. Мультик, остани чё-нибудь. Ебать тебя отбросил. Да не получается от тотема в футболе лезть, да? Да. Не футболиться от всего. Когда ты словится уже на танка, гаргу можешь призывать. Нет, прожимай все этот бурсты, прожимаешь по таймингу. Старайся. У тебя на пятую фазу, если ты на третьей прожмешь, у тебя на пятую фазу откатится. Если я буду по таймингу жать, я жму, когда начинается третья фаза, и когда мы будем бежать, гарга останется в кресте. А, нет, ну я имею в виду, когда забежишь в центр, можешь жать, спокойно. Там в мульте она футболилась, поэтому я выбежал и отфутболить вторую. Когда мульте бежал. Тогда стойте все в печеньке. Пойдут вихри, побежите в квадрат.
А, сука, печеньку. Печеньку поставьте. Кто может? Войд, поставь сюда печеньку. Вот где я прыгаю. Угу. Баф отдаем, рыбу едим. Чек на готовность. Все готовы. Отчет на пол. У нас вечно хотят что-то отнять. Мульти уход в тень. ОКД. Где спать-то, ну? Мульти, не слакай. Где спал? Дай сальву на турбойс. Когда пока. Антаж, где спал? Где спал? Спал. Лимон, ману, регейн. Не спал. Бежали. Отбежали. Отбежали. Доводите, РДДшники, милишники побежали с хилами. Давайте быстрее.
Так, Шейд, можешь встать? Можешь, вставай. Да. Рахиль, Моса его. Мульти. Моса, Мульти, БЛ, побежали милишники. Побежали в центр. Быстрее. Бафы дадите на фазе кошки. Что по Гере? Какой Гере-то? Как стись? На ласт будет. Да? На ласт, конечно. Шейпер без маны. Беги. Мульти, дай гимна мана. Как мимиков пришивают? Заклинание тоже есть у меня. Чего? Ну, потому что у меня скиллы бьют магии, нет. Че, танк вот так вот, я обычно должен бегать, да? Попробуй. Да. Бой, это ты говоришь, зачем тебе чарка на скорость бега, Лемон? В смысле, я сам ее чарил. Да? А, ну кто-то мне говорил. Я повис. Плохо. А нет, все норм. Ну. Это дальше понемножку бейте, пожалуйста. По чуть-чуть. С каких раз? На 40. Магического урона ДКшника, он может зеленку прожимать, чтобы меньше дамага по вам шло. А чуть-чуть. Стали за спину босса, бегом. Бомжей, Алиса. Алиса, бомжей, давай. Скачка до меня. ДБМ мне наносит. Прохил рейда. Давай, бомжи. Поднажали. Дайте ману шума. Тотем есть? Не ставил. Лимон, дай на него руку. Кого? Я поэтому. Шейпера. Вызывай. Положение, что ли? Да. Некогда. Я знаю, некогда. Потом дам. 1%. Тоже аккуратно. Сагро, следите, ребят, ну. Лыбу. Стопните. Сапрота не забудь. Сапроты пропили. Геру. Столб.
Так, на Мидвее аккуратно отошли милишники. Угу, молодцы. Сальвы. Да, дал. На мульте, мульте вышел. Вышел, вышел, вышел. Отлично. Дэк дэмэдж. Отошли милишники. Прохил рейда. Гимн на хп дал. Фулл ДПС босса. 39 секунд. Наверслип. Плохо. Блять, подо мной. Отошли. Бабл, готовь ему. КД пока. Крылья. Там есть. Так дэмэдж, отошли. Ну ёб его идти, ребят. Все, персон, 4%, сколько? Лям 300. Лям 300. Я что-то неправильно сделал? Не, все норм. Это остальные не успели уйти, да? Стаки. Не забывай, когда он делает, крутится вокруг себя, он нафигаривает стаки. Для чего здесь дается Гера? Того, чтобы быстрее залить. Чем больше стаков, тем больше бьет тебя столб за секунду. Угу. По типу бомб, короче, с этими драконами, которые на тебя в стаке вешают. Да. Типа такого. Только он не диспелится. Угу. Ну, я не есть знаю, две проблемы. У нас ДПС хватит, если Алиса будет в танке. У нас ДПС за глаза хватит, если Алиса будет в танке. У нас останется примерно секунд 30, если не больше, блин. Алиса клык забрала, надо отрабатывать. Сейчас будем учиться. Спекайся в танк. Ну сейчас вихри уже идут в рейд, они не ваншотуют, люди прожимаются, нормально. Единственное, что мульти там сдох. Чё, тучки не было, что ли? А куда ты её дел? Я на диспел трачу, знаешь, какое количество манны? На медведи ты? Ну да. А чё там диспелится, магия или чё это? Магия. Я ж массовым диспелю. Два раза масс диспел. Да, два раза каждый этот. Я трачу 18 тысяч МП только вот на диспел примерно за фазу. Ну и плюс апдот. Хорошо, хоть ретрик есть, так бы ты вообще не хватало бы у тебя. Так я еще и взрывом бью. Если бы у меня был ШП не через взрыв, то мы бы еще быстрее сели по мане. Я и вообще все остальные. Бля, пизда, я релок. Давай. И в пул, да? Я на минуту отойду. Да, хорошо. Рыбу вам, если что, поставил. Я еще час и засыпаю, пойду.